Все внимание на старт. Дан старт третьего заезда приз «Элита» для лошадей старшего возраста. Бег со старта повел «Абсолют Чип». На втором месте «Корунд», на третьем. На третьем «Платон». Бег ведет «Абсолют Чип». На втором месте «Корунд». На третьем «Паневежес». На четвертом «Платон». На пятом «Вспышка Лок». Первая четверть пройдена за 30,4 секунды. Бег ведет первый номер «Абсолют Чип». В руках наездника первой категории Ромашова Елены. В спине у него пятый номер «Корунд». Далее четвертый номер «Платон». Второй номер «Паневежес». И замыкает шестой номер «Вспышка Лок». Бег возглавляет первый номер «Абсолют Чип». В спине у него пятый номер «Корунд». На третьем месте «Паневежес». На четвертом «Платон». На пятом «Вспышка Лок». Вторая четверть пройдена за 30,2 секунды. Бег возглавляет первый номер «Абсолют Чип». На втором месте пятый номер «Корунд». Далее второй номер «Паневежес». На четвертом месте «Платон». На пятом шестой номер «Вспышка Лок». Третья четверть пройдена за 30,9 секунды. Бег уверенно возглавляет первый номер «Абсолют Чип». Далее пятый номер «Корунд», второй номер «Паневежес», четвертый номер «Платон» и шестой номер «Вспышка Лок». На финишной прямой лидирует первый номер «Абсолют Чип». В борьбе за первое место «Абсолют Чип» и «Корунд». Обходит «Корунд» «Абсолюта Чип», заканчивает дистанцию пятый номер «Корунд», тут же первый номер «Абсолют Чип», заканчивает дистанцию второй номер «Паневежес», заканчивает дистанцию четвертый номер «Платон». И к финишному столбу подходит шестой номер «Вспышка Лок».